Тили-тили-ти-тили-ли-тили-ли-ли. Ты видела, как ставят темы психологи? Да, конечно, видела. Давай поговорим тогда про самодостаточность того же самого Точно. Психолога. Давай. Банальный пример. Человек готовит какой-то курс. Это стандартная практика. Я работала организатором семинаров и тренингов и обеспечивала зачастую мифодизайн тренерам, которые только выходили на это поле деятельности, да, психологической. Человек что начинает? Он начинает гуглить, какие самые популярные фразы, на что клюнет клиент. Вот, да, цель сюда. Цель сюда. Внимание. И под это дело он тут же вкидывает название и какую-то тему, и на эту тему собирает людей. Как подготовить тему? Опять-таки Google в помощь. Чужие материалы. Он начинает с Google собирать какие-то умные вещи, какие-то умные практики, делает такую компиляцию. И эту компиляцию продает как свое. Смотри, подтягивает извне. Да. Подтягивает извне. Идеи. Извне. Из внешнего мира, да, берет и продает, как будто это он. Но к тому, чтобы продать, как будто это он, надо придумать миф. Вот здесь рождается мифодизайн. И мифы уже дальше приклеиваются разные. Угу. Миф, то этот вот там характерник казак, а этот там был у шаманов, а этот там имеет звание профессор, а этот там... И пошло-пошло. То есть у каждого свое, неважно какой миф, но именно миф очерчивает целевую аудиторию. И если человек будет продавать подороже, и он хочет иметь подороже, это значит эзотерическая аудитория, значит, он будет великим шаманом, гуру там, и так далее, и так далее. А если он боится потерять свой авторитет, имидж и так далее, но ему надо собрать побольше людей типа от науки, то это будет профессор, какое-нибудь ученое звание, ну, и доктор, так далее, профессор. Доктор, и пошло. В принципе, шаблон понятен. Суть в чем? Человек не привносит ничего своего. Человек берет и продает компиляцию из интернета. И это на сегодняшний день считается нормой. И при этом аудитория, слушатели, которые приходят, они же все время получают компиляции у разных тренеров. То есть по факту получается некрасивая картинка. Человек может под разными названиями получать один и тот же материал. И этот материал чужой, который он может прочесть в Гугле. И люди платят. Ты знаешь, если это будет дальше, если раскладывать, если это будет идти под эзотерическим соусом, то тренера можно обвинить в мошенничестве. А если это будет идти под научным соусом? А как наука поступает? Она все время ссылается на кого-то. Вот так сказал этот процитировал это. То есть это даже не мошенничество, это обязательное условие для того, чтобы труд был научным. Посмотри, какая ложь в социуме. Вот я, когда на это смотрю, меня переколбашивает список литературы, на который ты опирался, когда писал там курсовую работу. Или какие ученые участвовали в том, чьи разработки ты развил дальше. Даже не предполагается, что ты можешь развить что-то свое. Ты можешь только скомпилировать. Не то, что предполагается, как бы, я бы даже сказала, что нежелательно, чтобы ты вносил свое, потому да. что иначе... Ты не продвинешь. Ты не продвинешь, тебя сразу работу твою закроют. Да. Если ты не опираешься на какого-то ученого, ах, ты сам, значит, ты самозванец. Все, тебя Откуда в разряд мошенников. Смотри, какой вывертыш. А кто мошенник-то? Угу. Я когда вот эти вещи осознаю, мне иногда смешно становится, понимаешь? И это все больше камень огород в сторону науки с одной стороны. Но сегодня я хочу поговорить не об этом. Камень в огород науки мы очень хорошо закинули в парадоксальном восприятии. И мы разложим эти вещи на лопатки, вообще на лопатки. Ну, во-первых, уже и разложили, но и добивать будем в иллюзионисте. Общество завралось. И это вранье считает нормой. Просто считает нормой. И в этой норме
Тебя могут даже обвинить в преступлении, хотя ты на самом деле двигаешь вперед. Ну, как, в принципе, как в истории, чего тут греха таить? Ну, сожглись на костре этого, который говорил, что земля крутится, да? Угу. Смотри, когда ты добавляешь в котел уже имеющегося блюда чуть-чуть какую-то добавочку. Вранья. В ложь добавляешь еще вранья. Смотри, как то ты великий ученый, ты мудрец, все отлично. А если ты испытываешь озарение, осознание, откровение и создаешь что-то и создаешь что-то свое, ты изгой. Вопрос, под каким соусом ты изгой? Потому что изгой может быть от религии, изгой может быть от государства, изгой может быть от какой-то группы людей, когда просто объявляется травля и так далее. Я эти вещи знаю, я многое в жизни проходила, у меня очень большой опыт. Эти вещи, они и очевидны на самом деле. И не очевидны. Они очевидны, они заметны, они видны. Не то, что заметны, они видны. Но при этом, видишь, как все это скрывается. Скрывается, вуалируется. Под личиной лжи. И тогда как реагировать на тех людей, которые под личиной лжи, например, начинают травлю тебя? Сегодня много можно смотреть в интернете, кто кого травит. Сегодня много людей, кого травят. Угу. Но ведь когда есть травля, есть запрос на травлю. Всегда изнутри у человека есть запрос на эту травлю. И если человек этого не осознает, то он будет бежать, он будет злиться, он будет обижаться, расстраиваться и так далее. А если ты осознаешь, что это твой запрос, и честно разложишь себе зачем, то ты можешь быть благодарен. Ты можешь быть, не просто можешь быть, а ты будешь благодарен этим людям, и ты полностью можешь изменить другой сценарий через благодарность. Да, ты будешь благодарен, и тогда окажется, что благодаря лжи, между прочим, но только тогда, когда ты находишь благодарность искреннюю, да, можно... Благодаря действиям, опирающимся на ложь. Тут травля – это же действие. Да, это действие. Проявление, опирающимся на ложь. И ты тогда опираешься на это, и ты можешь быть благодарен. На самом деле, вот еще совсем недавно, сейчас мелькнула в голове мысль, совсем недавно, помнишь, речь шла о проведении интернета в эту студию? Да. И действительно... Ложь во благо, да? Ложь во благо, да. Я тогда искренне обратилась, готова была оплатить подключение, и все, мы разговаривали с Белтелекомом и так далее. Проект там... Очень много отписок, отмазок. Я столько писем получила. И сейчас там, наверное, проект все-таки делается. Вот. И я готова была потратить сумму, как юрлицо, внушительную сумму на то, чтобы его подключили. А смотри, вот точно так же на травлю вмешалась председатель, который вообще к этому не имеет отношения. Но она вмешалась, она сказала «нет». И на сегодняшний день Белтелеком, только прямой убыток Белтелекома составил, по моим подсчетам, порядка 200 тысяч рублей. Это очень большой убыток, потому что порядка 100 человек, как сказали представители Белтелекома, здесь хотели подключиться, она не дала. Смотри, при этом я не потерпела минуса, не потерпела. А сегодня по раскладу, когда у нас будет другая студия, да, я благодарна ей, что мы не вложили вот в этот вариант. У нас будет другой вариант. У нас изменились возможности, и мы их оставим в Минске. Мы не будем выносить их за пределы Минска. Потому что все-таки здесь расстояние от Минска ездить приходится. Там удобнее. И видишь, и тогда можно сказать этой женщине: большое тебе спасибо, да? Ты сэкономила мои деньги. Реально большое спасибо. Потому что те возможности, которые были 3 месяца назад, и те возможности, которые вот случились сейчас, они разные. И то, что вот произошло за последние вот 2 недели, наши возможности, и как все изменилось, у нас своя, другая студия. Вот. Смотри, твое подсознание создало игру.
через эту женщину, но именно игру. Не просто так, да, а именно игру через нее. Она даже и не поняла, председатель, что, да, что к чему у нее, ее эго, да. А здесь вот просто подсознание сыграло через нее, чтобы ты поиграла, у тебя появилось, знаешь, как время растянулось. Растянулось время, появилась другая возможность. И появилась возможность другая. Смотри, как. Подключение другой возможности. Все. И тогда выходит благодарность. Да, и тогда выходит благодарность. Но смотри, вот так в своих отражениях научиться видеть эту благодарность. Угу. А ведь проще взять и обвинить, наехать, вынести ответственность и так далее. Нет, каждый вариант дает нам возможность. И тогда можно сказать, все, что не делается, все к лучшему. Конечно. Но только эта фраза... Народная мудрость. Так, это да, народная мудрость, но эту народную мудрость осознать можно именно, когда ты осознаешь, кстати, осознаешь благодарность. Когда ты осознаешь, как строится игра, как создается игра, как работает в этот момент подсознание, чье это подсознание, да? Да. Да, ты да, просто да. Тогда читаешь. А смотри, когда ты можешь это читать? Тогда, когда ты искренне занимаешься любимым делом. Угу. Когда ты делаешь именно действия, и тогда работает разум. Да, и тогда тебе не надо лазить по интернету, чтобы еще интересного такого дать. Подтянуть, да? Да. Подтянуть. На какую фразу клюнет аудитория? А оно из тебя, как у нас. У нас же с тобой нет ни... Все книги, которые мы написали, все курсы, это только... То, что вышло в чистом варианте, в искреннем. Изнутри. Изнутри. Да. Нет ничего чужого. Да. Ни одной ссылки чужой. Ни одной. Все, что мы написали, все, что мы дали, поделились чем-то. Это все доставалось из себя. Только из нас, да. Через осознание. И укладывалось сразу, да, в письменный текст. Да. Ну, смотри, как интересно. Уже к 10-й книге, да, становится понятно, как в нашем подсознании хранится информация, как она записывается, да, как организуются ячейки памяти и организуются ячейки информационные. Более того, вот последние наши расклады, то, что будет в иллюзионисты, так что же такое душа, и что она из себя представляет, и как она распределяется по телу и так далее. Мы копнули такие глубочайшие вещи с точки зрения распределения информации в психике и в теле человека, что это на самом деле научные труды. Более того, мы ввели определение плотности сознания, и в зависимости от распределения плотности сознания мы можем говорить о сознаниях разного порядка. Угу. И уже под это дело мы можем говорить, под какой порядок, под какую плотность сознания будет какая форма тела, то есть какая форма нужна для данной плотности сознания. Это на самом деле научные вещи. Mm-hmm. Если посмотреть, только наука лет через 100. 100, точно. Если вот такими темпами и таким направлением, как наука движется, да, сейчас и двигалась, да, то это лет 100. Лет 100. Потому что вот, ну, даже пример с лекций последних. Официальная психология не может объяснить, как так угу. может случиться, когда там алкоголик пьяный падает, или там ребенок откуда-то летит, да, и остается жив с высокого этажа, остается жив, хотя это физически невозможно. Как это могло случиться, наука объяснить не может. На самом деле инфодайинг это легко объясняет. Для этого надо изменить концепцию науки, перестать опираться только на материю, позволить быть сознанием. Да. Вот и все. Глубочайшее заблуждение развеять. Но пока наука до этого не дошла. И тогда, чтобы самому брать информацию, надо быть самодостаточным человеком. Самодостаточным и действительно в интересе. В интересе. Действительно, вот этот интерес – это ключевое. На самом деле, когда чистый интерес
И тогда не ты подстраиваешься под клиента. Да, а клиент есть или нет? Есть, если ты его создал в своей голове. Все. Ты не висишь на клиенте. Знаешь, как тогда с клиентом. Да, и с клиентом получается вот это вин-вин на самом деле так. Да. Не 50 на 50, а здесь действительно 100 на 100. 100 на 100. Ну вот смотри, мы работаем с человеком, мы удаляем у него информацию в подсознании. Если он сам не создаст, результат будет? Нет. А большинство людей на начальных этапах, первые полгода работы, что делают? Лоха ловят. Им говоришь, там, практики делать, они не делают. Им говоришь, будущее писать, они не пишут. А если пишут, то какие-то фантазерства свои, которые вообще никак не привязаны к реальности. Пока до них дойдет, вот что от них требуется, пока выключится, знаешь, лень. Да, лень. И знаешь как, те практики и анкеты, да, отношение к этому, ну это же так просто, да? Просто. Это же так просто, а значит это ерунда, да? А ты попробуй это просто. Это же как ключик. Да? Ты, во-первых, тебе просто это, ну никак. Тебе будет просто только, если ты будешь это писать от ума. А если ты хотя бы себя, как мы говорим, 100 анкет сделай. Вот сделай 100, и у тебя пробьет. Просто пробьет. А человек это не считает, ну как сказать, действенным. И сразу отказывается на входе. Да. Отказывается, потому что очень просто. Обесценивает, да. Обесценивает. Простоту. Обесценивает простоту. Поэтому и было и усложняет. Не мечите бисер. Да, 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 да. Человек ждет сложного. Самый парадоксальный, человек ждет сложного, и он ждет бесплатно. Угу. Через бесплатно он обесценивает. А сложного – это уже вариант раздуть свое эго и не делать, включить лень. Угу. Все. Вот. Смотри, оправдать лень. Оправдать лень. Это сложно. Да. Понимаешь, как интересно. А на самом деле это всего лишь оправдание лени. Это ложь самому себе. И ты знаешь, в этом плане мне очень нравятся люди, кто начал заниматься инфодайвингом, даже вот просто консультация, либо там какие-то курсы, тренинги там начал проходить. И потом, даже если он откладывает во времени что-то, или там разворачивается, уходит в распыление там. Ну, пример такой банальный. Люди почему-то продолжают считать инфодайвинг гипнозом. Почему-то, потому что выглядит одинаково. Ты там сидишь подгруженный и в гипнозе подгруженный. Разговор двоих, вот суть не вникает. Но при этом, сколько ни говоришь, гипноз это про засыпание, инфодайинг это про просыпание, человек, он ориентируется вот зрительно на картинку, и все, как барана на новые ворота. И когда смотришь, человек все-таки начал заниматься инфодайвингом. Казалось бы, ты начал заниматься просыпанием и возможности те, которые, когда ты просыпаешься. Угу. Человек, ну, в принципе, то же самое. Там тета-хилинг, то же самое гипноз, то же самое еще. Это все гипноз. Это все засыпание. Любая психотехника – это гипноз. Кроме инфодайвинга. Любая. И это все систематизировано и разложено в книге «Управление восприятием». Но у человека, опять-таки, на слово «шаблон», гипноз срабатывает шаблон. Гипноз – это значит, меня посадят и будут либо приказывать, либо там меня обманывать, и там мошенничать. И при этом я не буду ничего не соображать, ничего. Я просто вот буду тело, которое... Да, включится, не включится, да, загипнотизируешь мне, уже ответственность вынесена на гипнотизера. А ты что-нибудь со мной сделаешь или не сделаешь? Да. И человек, придя в инфодайвинг, вроде ожидает бы его же подсознание, оно видит, что, блин, пошел нормальной дорогой, к себе пошел. И тут раз, и происходит разворот человека в какую-то из историй с гипнозом, в засыпание. То есть чуть-чуть проснулся, глаз открыл, в туалет сходил и пошел спать дальше. И подсознание говорит, ни хрена, больше ты спать не будешь. И мне это так нравится. Кто пришел уже в инфодайвинг, коснулся инфодайвинга, забыть уже не может. И подсознание его не даст. Не даст. Не даст. Не даст. Просто будет его пихать руками и ногами. Будет разворачивать и разворачивать, разворачивать и разворачивать, да.
Уже потому это что точно. Человек сам себя говорит, ну все, это знаешь, как ты когда просыпаешься утром, а еще лень вставать, ну я еще полежу минуточку, ну я еще минуточку полежу, ну я еще, оба-на, опаздываю, полетел, да? Вот здесь точно так же подсознание. Ты хочешь полежать минуточку, сейчас будильничек тебе будет, полежишь ты у меня. Вот, и вот все, что касается инфодайинга, это, конечно, классные такие моменты, особенно когда обратную связь получаешь, люди пишут, вот занимался, потом там увлекся. Это же казалось то же самое, но вместо этого получил трендюлей, там начали болеть дети или еще что-нибудь такое. И потом возвращение в инфодайинг. Ну, это выбор человека. Это же жизнь. Не успел в этой жизни, успеешь в следующей. Некуда торопиться. Жизнь бесконечна. Вопрос, как ты это проживешь, какая будет у тебя осознанность, когда ты проснешься. Все. Блин, а когда ты знаешь, какая у тебя возможность была, да, или есть. И ты профукал. И ты ее профукал. Это вообще просто. А ты это узнаешь. А узнаешь. За полчаса до смерти однозначно ты это узнаешь. И просто узнать, ты знаешь, Наташа, вот насколько мы сейчас это все осознаем, и узнать, какую возможность профукал в этой жизни, это просто... Больно на самом деле, действительно больно. Ну, видишь, человек не понимает этого. А если даже и понимает, он пытается себе это оправдать, объяснить финансовыми возможностями и так далее. Кстати, по поводу финансовых возможностей. Мой опыт показывает. Вот даже у меня ролик был записан с машиной, когда я продавала Кашкай, да? Не продавала, а продала уже, когда он уехал, да? И у меня там был ролик, когда я вспоминала, мне тогда так больно было, я любила эту машину, я тогда плакала, когда она уехала. Вот. И воспоминания. Вот эта машина была куплена наперекор мужу, потому что мне она очень нравилась. Я чувствовала, что она моя. И в моей жизни много было случаев, когда я могла бы сэкономить, да? Я могла бы сэкономить, я могла бы не купить, я могла бы не позволить себе. И если бы я это сделала, то я бы не имела движения дальше. Не просто так же говорят, бедный беднеет, богатый богатеет. Богатый богатеет, потому что он позволяет себе богатеть, а бедный позволяет себе беднеть. Позволяет за счет чего? За счет того, что он не позволяет за счет ограничений. Купить себе, не позволяет проявить себя, не позволяет вот эти вот моменты, когда он зажимает. Он считает, что он экономит. Он позволяет себе экономию на себе. И Вселенная на тебе экономит. Да. Он соглашается с тем, что, ну, значит, мне достаточно. Мне, я и так приспособлюсь. Вселенная – это ты. Ты на себе экономишь, на тебе. Бог экономит. Бог же на себе экономит. Подсознание, оно... Хочешь выиграть в эту игру? Хорошо, будем играть. Будем играть. Будем экономить. Да, будем экономить. И потом, почему у меня денег нету? Потому что ты поставил цель экономить. Вот ты экономишь. Ты играешь в эту... Ты, у тебя заказ к своему подсознанию. Играем в эту игру. А подсознание скажет, юху, играем. Играем. Главное, чтобы тебе нравилось играть в это. И когда видишь, иногда там делаешь человеку предложение, видишь, что там, ну, ты можешь воспользоваться вот здесь, вот здесь, вот здесь, твоя жизнь изменится, если ты сделаешь шаг. Не-не-не, я на этом сэкономлю, я там по-другому. Иди. Иди. Дорогой, сразу себе выставляет препятствия себе. А все это лень. Лень. На самом деле лень, которую человек уже, он ее не распознает как лень. Нет, конечно. Скажи такому человеку, что ты ленивый. Что ты ленивый. Он скажет, я на 5 работах работаю. Да. А на самом деле и его 5 работ это фуфел. На самом деле эти его 5 работ это ложь самому себе. Угу. Отговорка от себя сильного, от себя красивого, от себя искреннего, от себя настоящего. Отговорка, представляешь? Да? Когда это все знаешь, боже, на самом деле вот просто в наших книгах, на самом деле вот наш путь, да, весь, и он до сих пор, мы полностью в чистом виде сразу, ну, все мы прописываем в своих книгах.
И мы же там описываем, как человек приходит сам к самому себе перед смертью, да? Угу. Какие возможности, что он видит, как он все это, как происходит. И ведь на самом деле даже есть прописано то, как это у нас там воспитать неправильно. Когда ты осознаешь, как работает благодарность и как работает переключение на счастливую жизнь, да? Мы же ведь даже этому человек, к этому подводим человека перед смертью. В последний момент можно вспомнить и изменить свой уход в счастье. Хотя бы. То есть даже, смотри, возможность есть в последние секунды перед смертью. И возможность есть всегда. Mm-hmm. Обрати внимание, даже наши эксперименты с людьми, когда мы видим, например, человека там, с тяжелым заболеванием. Mm-hmm. И человек продолжает: помогите, спасите, сделайте за меня. И ты его разворачиваешь к себе: посмотри, а зачем тебе это? А здесь? Как ты поступаешь? И смотри, есть люди, которые нас слышат. И таких, кстати, много. Угу. Как ни парадоксально, сейчас становится все больше и больше. А есть люди, которые: спасите, но при этом я не закажу консультацию, я не сделаю шаг к себе, я не буду делать то, что вы пишете. Скажите мне, вот что это черное, и чтобы это черное стало белым. И все, а я дальше здесь ни при чем. То есть делайте за меня. Знаешь, как, да, скажите. И кажется ему, что мы вот пару фраз сказали, и этого достаточно. И ты исцелен, да? Да. Нифига, а тебе надо измениться. А измениться, если ты на себе экономишь всю жизнь, то если ты потратишь на себя что-то, это уже изменение, это уже рост, это уже движение к себе. Твое подсознание видит каждое действие, абсолютно каждое действие. И более того, в каждый момент есть точка выбора. Выбора И вот, ты знаешь, по поводу этой точки выбора, я опираюсь на свой опыт. Я просто помню, когда сделала выбор я между жизнью и смертью. Когда было решение там. Я тоже рассказывала это дело. Угу. Я осталась жива благодаря решению. Казалось бы, эти решения вообще не были связаны. А связаны в подсознании, это все связано. Потому что подсознание смотрит и говорит: все, эта игра проиграна. Тогда она не имеет смысла, если ты даже в таких вопросах не принимаешь, не признаешь себя, не ценишь себя и так далее. То есть ты... Это беспробудно. Это беспробудный сон. Нет смысла тебя будет сейчас. Меняй тело. Не все это видят, не все осознают. Но ты можешь это видеть в одном случае, когда ты действительно самодостаточен. Когда ты всю информацию, все решения опираешься на себя и все находишь внутри себя. Смотри, тебе не надо извне. Что такое самодостаточность? На самом деле человек воспринимает сразу, что это у тебя есть много денег. Ну, у тебя есть, как сказать, побочный эффект такой. Достаток, да? Да. У меня достаток в семье. А ведь самодостаточность – это оно изначально, это настолько широкое, неправильно сказать, многоспектровое состояние, да? Когда в тебе есть, когда все. Когда в тебе есть, да. Самодостаточность – это об этом. Когда ты целый, даже не говорю вот целостный, ты целый. Да. Это об этом. И здесь не имеется в виду материальная часть. Здесь все. Ты и человек. И духовное. Да. Ты человек. Целый человек. Целый. Самодостаточность. У нас будет в понедельник лекция. И я думаю, что эта лекция очень сильно раскроет в людях
знаешь, как откроет окно в Европу, да, но это не так, в себя. В себя. И ты знаешь, ты сейчас начала говорить, а у меня почему-то зацепилось, что пройдет буквально 2-3 недели, и у ряда психологов появятся курсы, тренинги на типу самодостаточности. Легко, мы уже это видим. Потому что каждый раз, когда мы берем какую-то новую тему, эта тема появляется. Хотя эта тема, она не новая, самодостаточность не новая тема, просто слово новое. И тут же появляется под другим соусом, и идет смесь Гугла с разных сайтов, и тогда это дело, человек может получить микс чужих мыслей, чужих идей, а может получить действительно то, что взято изнутри, из психики, из глубин, это выбор человека. Мы сейчас пишем подкаст, а я реально улетаю. Меня уносит. Точно так же. Меня уносит. И вот эти состояния, которые мы прокачали вчера на курсе, и которые мы закончили, они невероятные. И мне даже не хочется дальше писать подкаст. Мне хочется загрузиться. Друг Ярослава орет. Так вот, мне хочется уйти в другие темы и, возможно, даже сегодня записать что-то по созданию. Посмотрим, выдадим мы это в эфир или нет. Но конкретно вчерашний курс был бомбический, и мне хочется тренироваться. Поэтому подкаст под подкастом о самодостаточности мы поговорим в понедельник на лекции. Кто нам верит и кто верит в себя, кто чувствует, что здесь есть истина, приходите. Все.